Окружные парламентарии завуалировали сведения о доходах. К такому выводу после проверки пришла окружная прокуратура. Согласно заключению надзорного органа, народные избранники хоть и разместили информацию о своих доходах на сайте Заксобрания, но фактически доступ к ней оказался закрыт для простых пользователей сети. Чтобы добраться до этих сведений, необходимо выполнить довольно сложный алгоритм поиска. Он содержит три обязательных шага, не зная которых информацию о доходах найти невозможно. По данным нарушениям, в адрес председателя окружного парламента внесено представление.